Вторая часть занятия – это рисование картин. Весь этот длинный процесс, который у нас с вами здесь вот произошел, в виде некоторой схемы, в виде некоторой картинки. Деревья, вписанные в окружность. Деревья, вписанные в окружность. Вот я сейчас должен объяснить, как же возникает это самое дерево, в нашем случае возникнет вовсе не дерево, возникнет лес. На всякий случай, что такое дерево? Это граф, в котором каждая вершина соединена с каждой другой, причем одним единственным образом, если ходить по реку. То есть, господа, я сначала нарисую лес, пронумерую числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот эти транспозиции, которые здесь у меня выписаны, я все нарисую. И вы сейчас увидите, что картинка получится красивая. Через некоторое время я нарисую картинку, и она будет намного симпатичнее, а главное, намного понятнее. Итак, все видят? 8, 12, 5, 9, видите, да? 5, 11, 6, 12, 1, 6. Можно было, конечно, прямые отрезки рисовать, но это на самом деле граф, поэтому как они... Важно, что с чем соединено. 2, 7. 10, 12, это вот так, 3, 4, все видят? 3, 4 и 2, 4. Давайте поймем, это дерево или это не дерево, что это такое вообще. Вот как нарисовано, вообще это ужасно. Смотрите, тут они достаточно сильно пересекаются, и на первый взгляд на самом деле ничего не видно. Дальше, давай. Это не дерево, там три дерева. Три компонента. Молодец. Действительно, это не дерево. Это лес из трех деревьев. Давайте я сейчас этот самый лес нарисую понятным образом. Смотрите, вот есть 2, 3, 4, 7. Я эти числа нарисую отдельно. 2, 3, 4, 7. 2 и 7 соединены. 3, 4, 2 и 4. Это одна компонента. Вот это уже действительно дерево. Хорошо. Другая компонента. У нас есть вот какая. 11, 5 и 9. Смотрите, пожалуйста. 11, 5, 9. А теперь, если я нарисую, где что останется, то это будет вот что такое. 10, 12. Что там в этой компоненте еще? 1. 6, 8, правильно? Итак, 10 и 12 соединены. 12 соединено с восьмеркой, с шестеркой и шестеркой с единицей. Господа, разобрав на три дерева, заметьте, я сделал картинку намного более понятной. Это циклы, которые изначально были. Вот. За это вам спасибо. Действительно, это очень интересный вопрос, что же это такое, и вы сказали ранее. Это те самые циклы, которые были перестановлены. Давайте это поймем. И давайте, собственно говоря, нарисуем картину по-настоящему хорошо. Так, для этого нам нужны три окружности. Три цикла, да? Раз, два, и это нормально. Единица, дальше восьмерка, восемь перешло в двенадцать, двенадцать, десять. Десять куда перешло? В самом начале я перестановился. В шесть, а шесть перешло в два. Дальше что? 3, 4, 7. И последний совсем маленький кружочек. 5 переход. 5 в 11, 11 в 9, а 9 в 5.
Отлично. Ребята, вот оказывается, именно так и надо рисовать. Мы сегодня обязательно на всякий случай откроем еще один пример, но вот для начала все-таки до конца пойдем первым. Так и надо рисовать. И давайте мы с вами сейчас нарисуем те самые, значит, итак, 8-12. Все видите, да? 8-12, 5-9. Так, только очень интересный вопрос, господа. Очень важно. Берем какую-нибудь более-менее случайную транспозицию, скажем, 2-3. Этого у нас нет, но представьте, что было, да? И, например, транспозиция 1. А можно делать в другом порядке? 1-3 и 2-3. Вот смотрите, что будет у нас здесь происходить. Единица в двойку, двойка в тройку, а тройка в единицу. Теперь здесь. Куда переходит единица? В тройку. Куда переходит тройка? В двойку. А двойка переходит в единицу. Так, ребята, еще в математике есть стандартный способ. Когда перемножают какие-то операции, то двигаемся справа налево. Разумеется, это вопрос соглашения. В принципе, можно было бы точно так же договориться, что операции делаем в другом порядке. Но здесь очень важно, что если один раз договорились, то надо все время так и делать. Да? Можно все писать слева направо, можно все писать справа налево, но нельзя и то, потому что запутаешься. А сейчас, ну как я привык, и как большинство людей всегда делают, если делаем операции, то выполняем их вот с этой стороны. Так вот, я сейчас, да, еще такая вещь, я, конечно, книжки разбирал и ставил на места, но мне будет понятнее для дальнейшего представлять себе, что наоборот, они все стояли в начале в порядке, и я занимаюсь тем, что их путаю, то есть делаю, опять-таки, вот, давайте, не то, что нам дали черти что, а мы дали все поставить, а представим себе так, что вначале все стояло правильно, не сверху вниз сейчас, а снизу вверх, мне так психологически будет понятно. Тогда что? А тогда очень просто. Тогда я вот это назову операцией номер один. Это у меня будет называться операция номер 2. Отлично, отлично. И я сейчас на картинке, там, где я написал 8-12, я рядом напишу число 9. Дальше написал 5-9, я рядом напишу число 8. Идею поняли? Так, отлично. Теперь что мне еще есть? 5-11. 5-11 это вот такое вот ребро. И там я должен написать семерку. Ребята, все предыдущее можно было записать. А сейчас вот эту последовательность транспозиции в обязательном порядке надо записать. И вот эту картинку, состоящую из трех кругов, абсолютно в обязательном порядке надо себе нарисовать. Красивую, понятную, потому что именно свойства этой картинки мы сейчас и будем исследовать. И поэтому важно, чтобы она у вас была, что называется, перед глазами. Я считаю, что я уже дошел до 7. Теперь 6 это 6-12. Нормально. Это 6. Что еще есть? Есть 1-6. Это 5. Теперь 2-7. Это у меня уже будет 4. 2-7 это будет 4. 10-12 это третье. 10-12 это третье. 3-4 это будет операция вторая. Да. И наконец 2-4 это будет операция первая. Александр, да. У нас получились точно такие же картинки, как на доске сверху. Совершенно верно. Конечно, у нас получились такие же картинки, но та картинка, которая в центре доски, лучше, вот чем. Здесь у меня числа выписаны в том порядке, как они идут в циклических приставках. Здесь у меня числа были выписаны просто 1, 2, 3, 12. Понимаете,
любая перенумерация на самом деле суть перестановки не изменяет. Когда выходил человек и писал эти числа, он на самом деле мог написать все, что угодно, понятно, да? И поэтому левая картинка могла оказаться, что называется, не по делу запутанной. Там могла быть какая-то странная нумерация чисел. А когда вы расположили их по порядку, то вы обнаруживаете очень интересную штуку. Вы обнаруживаете, что у вас вот эти отрезки не пересекаются. Вот здесь были случайные пересечения. Я распутал эти картинки, но на самом деле здесь могли быть пересечения. Вот представьте себе, что у меня нумерация была такая, что вот это число было бы между 10 и 12. Могло быть? 11 назвали бы не 1, а 11. Тогда пересекало. А вот на этой картинке уже не будет пересечения. Потому что на этой картинке числа расположены в правильном типическом порядке. То есть, вот как при перестановке они идут, так и они.